По сведениям пресс-службы ГИБДД и роты ДПС, с 26 октября по 2 ноября на территории Белореченского района произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранение. За неделю сотрудниками ДПС зафиксированы 499 нарушений правил дорожного движения, из них 97 грубых, за которые предусмотрено лишение прав на управление транспортными средствами. На дорогах района выявлены 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 89 фактов превышения скорости, 18 нарушений правил дорожного движения пешеходами. Отмечены 14 фактов непредоставления преимущества пешеходам автотранспорта. 29 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях. 4 факта нарушения правил дорожного движения водителями мототехники. Зафиксированы 74 факта выезда на встречную полосу движения.